Привет, дорогие друзья! Здесь заканчивается Калининград, начинается Василькова, а мы едем вперед. Нас зовет сегодня какой-то неведомый сигнал, и мы следуем вслед за ним. Куда он нас приведет? Давайте посмотрим. Знаменитая сельскохозяйственная ярмарка, смотрю. А почем яйцо у вас? Здравствуйте. Вот это мелкое, 150 десяток. Это экологически чистое, наверное, да? Да, васильковское, конечно. Молоденькие курочки. А тут. Свои, да? Конечно, конечно. Видите, Вы проверяете все препараты. Малина еще. А сколько малина стоит? 200 рублей стаканчик. 200 рублей. Только собраны. Все экологически чистое. Все, проверено электроникой, да? Да, цветочное 29, Василькова. Понятно. А помидорчики? 250-10 килограмм. Килограмм. Капуста своя домашняя, белокочанная, квашеная уже. Ай, какая вкусная. Здесь частный сектор начался, это улица Гагарина. Нет, Шатурская, 22. То есть там она была Гагарина, а здесь она стала Шатурской. Ну и, как вы понимаете, мы двигаемся до сих пор прямо вместе с этими уважаемыми людьми. Улица Шатурская. Вот здесь вот невероятная липа растет. Она каких-то просто грандиозных размеров. Во, это дуб. Вот он, надо мной. Посмотрите, какой он здоровый. Посмотрите, 23 градуса, и дорога имеет температуру 27 градусов. Если кому-то холодно, то, в принципе, можно приложиться к дороге и тем самым вызвать у себя некоторое потепление. Живая изгородь на улице, не знаю, как она называется. И это еще одна улица, я тоже не знаю, как она называется. Ну, а вы, наверное, уже, наверное, поняли, что мы двигаемся вперед. Интересные такие строения. Здесь двухэтажный домик. Опять же, названия улиц нет, поэтому не могу вам подсказать. Если вы решите вдруг воспользоваться моим маршрутом, то вам придется двигаться на глаз. Нет, вот есть улица, название ее Артемовская. Артемовская. Здесь живут артемовцы. И вот она, большая окружная дорога. Вот здесь она вот проходит. Собственно, мы туда и едем. Вы, наверное, уже догадались. Сейчас нам надо плавно пересечь этот плавный пешеходный переход и вкатиться, суметь попасть как-то в эту арку. Там никого нет, но мы попробуем в нее попасть. Я, кстати, не посмотрел. Смотрите, у меня 5,8 километра здесь. Вот такой вот переход, прямо как, знаете, я не знаю, откуда и куда. Наверное, километр целый. Вознаграждение 10 тысяч рублей. Это нам надо. Как, мы ж не можем проехать мимо 10 тысяч рублей. Что здесь у нас? Булочка исчезла. Откликается на Пипа. Так, а как, Пипа или булочка? По кличке Пипа, короче. В районе Цветочной, окрас серо-желтый. Ну вот, друзья. 10 тысяч, телефоны, все как. Если заметите такого Пипу, булочку эту, пожалуйста, отреагируйте. А мне, что там? Ну там 10 тысяч не обещают, поэтому. Ну и мы ж не только за деньги, все-таки, наверное, там. У меня-то как-то тоже улетел попугай, и я очень сильно тосковал по нему. Поэтому, если вы увидите эту Пипу, не ради денег. Кому сейчас эти деньги нужны? Деньги только птицам нужны, больше никому. А вот Пипа, это да. Вернем Пипу домой, будем смотреть сейчас. Мне вот все казалось, что кто-то такой странный летает там. Ну не буду, конечно, не буду я хозяевам излишней надежды. Мне уже здесь нравится, уже. Я здесь ни разу не был, но мне уже здесь нравится. Вот эти тарзанки, вот эта такая деревенская атмосфера аутентичная. Двигаемся мы дальше, и нас встречает очень такая красочная эмблема — баня. Порт номер 2, Гурьевск. 1 километр до Гурьевска и 38 до Поля. А баня прям здесь, в этом автобусике. Райское наслаждение прям там. Чуть столб не въехал.
Прям вот там, в этом автобусике, райское наслаждение. Как? Как это так? Вот эта дорога ведет к замку Нойхаузен, в честь которого и назван Гурьевск. Ну, точнее говоря, Гурьевск раньше, в 1265 году, когда его основали, он назывался Нойхаузен. Здесь была оборонительная крепость, и вот здесь она находится, за вот этим лесом. Удивительно красивая крепость. Сейчас ее реставрируют, восстанавливают. Я туда не поеду, потому что мне в глаз муха залетела. Вот. Оригинальный нейминг нас встречает на въезде в Гурьевск. Тюлька. Юлька, тюлька, тюли, портьеры. Это ж надо, вот, креативные все-таки жители в этом городе. Вот он, Гурьевск. Не могу не остановиться здесь, чтобы, так сказать, на память не запечатлеть. Это потом скажете, что это не я ехал, а это нейросеть ехала. Вот, вот он. Это Гурьевск, да, встречает нас 50 км в час. Постараемся не превышать. Ну и здесь, как в любом, так сказать, интересном городе, такой вот камень стоит. Трудно сказать, как он здесь оказался. Кто-то его сюда привез. Огромный, огромный гипермаркет раскинулся на 500 квадратных метров. Не, наверное, на 1000 квадратных метров раскинулся гигантский гипермаркет. И буквально сразу же с другой стороны вот такой вот бункер. Да, ну и Виктория, да, второй гипермаркет. Так что с гипермаркетами тут проблем нет. А вот и колбаса филейная, папа может. Колбаса, гипермаркеты. Это настоящий, настоящий Гурьевск. Что тут скажешь? Какие арбузы, а? Да, вот это звери. Звери. Здрасте, почем арбузики? 110 рублей. 110? Да. Азербайджан? Нет, астраханский. Астраханский? Ух ты, хороший, вкусный? Очень. Очень, да. Хорошо. Спасибо. $110. Пункт выдачи заказов. Если вы что-то заказывали, то забирайте. Бургеры Бразерс. Что там было написано? Бургеры Бразерс. Мы двигаемся вперед, друзья. Потому что Гурьевск, он такой, как вытянутый, что ли, какой-то получается. Здесь строительство новостроек идет. Все-таки город растет. Квартал красивый по виду. Каштановый. ЖК Каштановый. Вот еще один валун, символизирующий вот эту вот площадку зеленую. Зеленый луг. Я бы его так назвал. И там находится интересная такая «Люби, смейся, живи». Красивая такая, да? Это, наверное, какая-то подстанция или что-то такое. И там вот, то есть все вот эти вот некрасивые будки здесь делали красивыми. Идешь, едешь возле нее, и прям душа радуется. И здесь, конечно же, посмотрите, какая красота. Ну, какие хвойные люди. Хвойные люди. Что здесь у нас? Давайте посмотрим. Центр культуры Гурьевск. Забыть Герострата. Театральный репертуар. Сегодня будет, завтра, портрет моей дочери. Бег в лабиринте. Управление по культуре. Муниципальное. Красивый, да. Добрый вечер. МБУ, Центр культуры и досуга. Вот такой вот театральный репертуар. Здесь открывается нашему вниманию портрет моей дочери, режиссера Наталья Шевченко. Сегодня будет, завтра, философская драма. Я не готов смотреть философскую драму сегодня. Может, на комедию какую-то можно было, конечно, сходить? Посмотрите, как красиво. Посмотрите. Я не знаю, как туда попасть, здесь забор. Но как-то женщина туда попала. Там, наверное, есть какая-то специальная калитка для попадания туда. Пешеходная зона. И вот еще стоят такие вот
Так, здесь мы не поднимемся, понятное дело, придется ехать туда. Ладно. Гурьевский парк света. Я представляю, как здесь ночью. Но ночью камера плохо снимает, поэтому представьте, что вот эти все столбики, они все светятся. Конечно же, это очень красиво. Смотрите, как красиво. Гурьев, в честь которого назван город. Храм Вознесения Господня. Парк, конечно, очень красивый, но сегодня в наших, так сказать, не в наших или в наших туда. Да здесь и закрыто, как туда. Туда попадают, наверное, не так просто туда попасть. Сделаем такой вывод. Сделаем какой-нибудь вывод, что туда просто так не попасть. Здесь находится памятник. А что за памятник, я не вижу. Проедем прямо, посмотрим, как выглядит Гурьевск без прикрас. Парк Холл. Ресторанный комплекс. Следует, наверное, ознакомиться с картой. Потому что, судя по всему, как бы Гурьевск здесь уже заканчивается. Я знаю, что вот там находится замок Нойхаузен. Здесь река протекает. Интересная такая. И у кого-то прям в лесу дом стоит. Представляете, как хорошо жить в лесу. Свежий чистый воздух, красота. А вот, друзья, и знаменитый замок Нойхаузен. Здесь раньше была какая-то автоколонна или что-то типа того. И производственные помещения находились внутри. Я делал как-то здесь видео. Выглядело все это, скажем, прямо не очень. А сейчас посмотрите, здесь прямо идет работа, кипит. Там, правда, собаки какие-то. Вот так это здорово выглядит. Так что, когда доделают, проход запрещен. Наверное, будет здесь очень красиво. Но здесь же на въезде в Гвардейск расположен вот этот монумент в памяти павших. Будьте достойны. Памятник архитектуры. Мемориальный комплекс на братской могиле советских воинов, погибших при взятии города Нойхаузена в январе 1945 года. 1981 года. Такой вот обелиск. Вечный огонь, который не горит. А вот, кстати, и местный рынок. Арбузы, дыньки, томаты, огурцы, овощи, зелень. Это улица Безымянная, я посмотрел по карте. Такой вот у меня корма для рыб. Мука, мясо костная. Да, Безымянная 13. А, блин.
укроп. Охранная зона, линия электропередач. Заниженные тротуары очень приятно, это заботятся о велосипедистах. Это честь и хвала гурьевским властям на самом деле. Говорит о многом. Вот по тротуарам можно сразу увидеть, чем заняты городские власти. Ну вот велосипедистов здесь любят. Да вон, смотрите, как красиво. СНТ «Клубничка». Здорово. СНТ «Клубничка». Ну, в среду вы, наверное, не пойдете. Река такого цвета, конечно, не очень питьевого. Но зато солнце красивое. Вот такая вот ложбина туда прям тянется. Ух, красота. ЖК «Дом на Советской». Посмотрите, какой красивый микрорайон. О, там вообще чудо. Специально еду не быстро, чтобы вы могли подобрать себе квартиру здесь. Вы себе не представляете, какой свежий воздух. Дышится прям как, ну не знаю где, в тайге. Никаких тебе тут вредных выбросов, ничего вообще. Едешь, первозданная природа практически. Ну вот, мы объехали вокруг, собственно говоря, Гурьевска, и это улица Крайняя, 8. Символичное название. То есть дальше там уже, собственно, ничего интересного. Хотя, с другой стороны, опыт мне говорит, что как раз-таки наоборот часто бывает. Самое интересное часто обнаруживается там, где за краем, по сути дела. За краем. Ой, а туда мы не заедем просто так. Да, солнце уже заходит в Гурьевске. В Калининграде-то еще, конечно, там оно светится, а вот в Гурьевске уже меньше его. Крайняя 5. Сразу и теплица тебе тут, и все, что хочешь. Это, конечно, не может не радовать, потому что теплица — это значит, что... Что это значит? Это значит фрукты, овощи. Все у людей есть. Ой. Ой. Поехали, поехали. Спасибо. Спасибо. О, какой здесь интересный способ предотвращения туда попадания рук, так сказать, в электрические части. Квас-лимонад. Эх, сейчас бы кваску или лимонадику. Но здесь вот цветы. О, да здесь вообще так хорошо. Люблю вот эти маленькие всякие киоски. Когда вот они буквально, так сказать, как в маленьких городках, знаете, южных. Потому что в больших городах уже все, нету этих практически никаких киосков. Отовсюду их выкурили. Все работают только на первых этажах магазинов. А здесь, пожалуйста, вот они, такие маленькие как бы киоски, домишки, даже не киоски. Такие павильоны. С пива, рыба. Тортики. Да, сейчас бы тортика, конечно. Свежая рыба. Ну, давайте заглянем, что там у нас со свежей рыбой тут творится. Надеюсь, у нас тут не сопрут ничего. Филе сельди алюторской. О, зубатка, пиламида, потасу. Здравствуйте. Треска свежая 170, камбала 128, рыбный фарш недорого. Да, хороший выбор. А это кто такой?
интересный, навага, хутасу, лещ свежий. Класс. Просто красавцы. О, сыры из Беларуси, пожалуйста. Сыры из Беларуси, прямо из Беларуси, прямотоком. Какая рыба вкусная. Но мне тортика больше хочется, если честно, чем рыбы. И не знаю, как вам. А вот в Гурьевске акция на сидр. Так что, друзья, приглашаю вас, пиво на разлив. Нельзя пропустить такие вещи, как акция на сидр. Ни в коем мере ковровский хлеб. Акция на сидр — это, наверное, лучшее, что я только видел в своей жизни. Акция на сидр. Продвигаемся вперед. Маслобаза. О, мы, похоже, в центр пришли, да? Она, а ей есть. Это самый центр вроде бы. А может и нет. Нет, это еще не самый центр. Но скоро уже пахнет центром. А вот и кот первый. Или не первый. Ну, какой-то, может быть, один из первых. Гурьевский кот. Ох, посмотрите, как красиво. Такие остановки интересные, да? И главное, целые. Не стеклянные вот эти, которые тронешь, она и рассыпается. Ну, вернее, трогают их специально. Кофе. Кофе с тортиком. Ксерокс. Рыбалка и туризм. Констар. Все такое игрушечное, маленькое. Не то, что вот в этих огромных городах. Все на тебя давит. Посмотрите, как все аккуратненько сделано. Какие девушки аккуратненькие. Прям как вот эта елочка идет. Посмотрите, как красиво. Что это? Федеральная налоговая служба. Ну, да, да, вот так, друзья. Аккуратно, чисто, красиво. Все как положено. Ой, да, проезжаю. Так, а где это тут администрация? Я ее где-то тут видел. Короче, чтобы найти администрацию в любом городе, нужно найти улицу Ленина. Вот, собственно говоря, я ее нашел, улицу Ленина. Поэтому сейчас, даже если вообще по сторонам не смотреть и на карту, то администрация найдется сама. Но я не ради администрации туда еду, а просто вот вам показать, как выглядит среднестатистический Гурьевск. По крайней мере, по улице Ленина. Смотрите, все открыто, то есть ничего люди не боятся. Спокойно заходи, пирожков, может, дадут, чайку нальют, дороги ремонтируют. Смотрите, улица Ленина, 34. О. Мы приближаемся. Здорово, мы успели, потому что сейчас уже вот закат. Как здесь красиво, ну согласитесь, красиво, красиво. А вот и дороги делают, надо же. Не просто расковыряли, а делают. То есть уже даже, по сути, рабочий день закончился, они вот работают. Так что к утру, может, будет и все сделано. Все виды строительных работ. Вот, видите, этот асфальт? Но это не его назад положит, а, наверное, новый какой-то. Показываю вам медленно дома, которые здесь. Ух ты, красавец какой, Honda. Уже давным-давно должна была быть администрация. А ее все нет. А, не, вон она, я вижу. Площадь такая административная, специальная. Наше время. Политическая газета. Ох. Единая Россия Гурьевского района. Ленина, 17. Посмотрите, как здесь здорово, просто здорово. И посмотрите, какой вид там открывается. По правое мое плечо. Кофейня. Как туда съехать? Смотрите,
здесь вот так, а здесь вот так. Ну, ну ведь красиво же, согласитесь. Вот тебе и Гурьевск, казалось бы, да? Вот такой вот. Это почта, наверное, вот сразу все здесь такое. Почтовое отделение. И это администрация муниципального округа. Как-то вот с одной стороны не давит, с другой стороны все такое компактно. Даже вот это здание, оно же не такое уж старое, в принципе, но все равно выглядит хорошо. Администрация Гурьевского района. Классно, да? О, так вот. Даже не знаю, с какой стороны тут заехать. Объехать еще разок, показать вам вот голубей здесь таких вот интересных. Вот они. Ну, типа так, такой. Это даже не клетка, это, наверное, типа окно такое. И они сидят здесь. Две вышки, сотовая связь. Вот все, что осталось, так сказать, от таксофонов. Сейчас у каждого человека таксофон в кармане. Но в Калининграде, кстати говоря, два или три таксофона еще где-то имеется. Я хочу съездить посмотреть, хотя бы на один из них увидеть воочию, есть ли он там или вот такая же картина. Будет. Что? Христос воскресе. Сейчас я одним глазком посмотрю. Не буду мешать, я велосипед не парковал, опасно здесь оставлять, хоть и церковь, сами понимаете, время такое, что тем более, что у меня здесь вон и рюкзак, и все. Но смысл, общую концепцию, я думаю, вы поняли. Здесь тоже кто-то у нас пропал, Олаф. Друзья, если вы видели Олафа, у нас сегодня пропал и попугай, и Олаф. Возможно, они вдвоем ускакали куда-то, но... Может и поодиночке, трудно сказать. Так что если вы видели Олафа, вот, посмотрите, телефоны, обращайтесь, пожалуйста. Это не ваш Олаф? Нет, чей-то Олаф, в общем. Пожалуйста, сфотографируйте это объявление, чтобы не потерять. Ну, не потеряем теперь. Так что они вполне могли, вы отмотайте видео назад, самое начало. Я забыл, как там этого попугая звали. Пепа и Олаф. Они оба, скорее всего, куда-то да, убежали. Поэтому... Я надеюсь, что после просмотра вот они найдутся. Посмотрите, Пепа и Олаф вас ждут дома. Так, мне капучино, пожалуйста. Большой маленький. Дайте большой, наверное. Сироп и корица. Да, сироп можно какой-нибудь, да, любой на ваш вкус. Угу. Вот он такой парк сенситивного развития. Чего там только нет, он там так интересно. В общем, если будете в Калининграде, то сюда обязательно стоит заехать. Просто очень интересно, правда. Но здесь куча чего нельзя. Фотографировать-то хоть можно. Только как обычно поставить запрет какой-нибудь. Уничтожать птиц нельзя, рубить лес. Но это мы вроде как и не собирались. С собаками тоже нельзя, так что имейте в виду. Не влезает, не влезает. Вот так раз. И влез, да? Пролез? Пролез. Вот тут куча зон, зона вкуса, слуха, обоняния, зона созерцания, выгула, площадка для выгула собак. Интересно, как пройти на площадку для выгула собак, если с собаками туда запрещено заходить? Не знаю, как это сделать.
Кстати, это еще один дом культуры. Вот вы представляете, насколько в Гурьевске хорошо с культурой. Вот, то есть один мы проезжали, я уже его потерял, где-то он с той стороны был, дальше там. А вот еще один дом культуры. Это, наверное, старый, я так понимаю, дом культуры. Но сам факт, что... Вы меня поняли. С культурой в Гурьевске все просто отлично. Но оно и видно, кстати. Ни грязинки, ни даже спичечки какой-то, ни оборванного какой-то бумажки. У нас такая чистота в Гурьевске. Как в Минске почти, я бы сказал. Гурьевск. Так сказать, въезд в город, кольцо Гурьевское. Главное, центральное Гурьевское кольцо. Все, до свидания, друзья. Спасибо, что были все это время со мной. Не знаю, сколько часов все продлилось. 2-3 часа. Да и, собственно, какая разница? В Гурьевске можно было и 10 часов делать репортаж. Все равно отсюда даже выезжать не хочется. Но, к сожалению, приходится возвращаться все время. Любое путешествие подходит к концу. Но, как говорил один известный писатель, к концу любого путешествия мы что-то выносим и изменяемся мы сами. Так что после Гурьевска я вот чувствую, что я просто вот изменился, да. В лучшую сторону, серьезно, без шуток. И такой вот закат удивительный нас встречает. Олаф, снова Олаф. Найдись, Олаф. Все, до свидания, друзья. Спасибо за лайки и просмотры.